Пора сказать алкоголю «нет». Многочисленные жалобы на шум ночью и пьяные выходки стали причиной антиалкогольного рейда «Трезвой России». Команда федерального проекта посетила пивные бары Махачкалы, расположенные вблизи жилых домов. Как выяснилось, не все имеют соответствующие документы. Все подробности у Камиля Девятова. Скопление пьяных, вечный шум, ругань и драки. И это не первые жалобы от людей. Изо дня в день жители редукторного поселка страдают от безобразного поведения посетителей близлежащих баров. Активисты «Трезвой России» зашли в бар, расположенный по улице Петра Первого. В этом заведении алкоголь, как выяснилось, реализовался после 20:00 и без соответствующих на то документов. Я знаю, если ты имеешь право, да. Действительно, чтобы на проверке идешь. Да. У вас бумаги нет на это? Школа бумага не нужна. Вызов уже хватает. Вот у меня вызов есть, люди, которые сделали 0-2 вызов. Сообщение есть у меня. Совместно с нарядом полиции, прибывшим на место, контрафактный алкоголь был изъят со склада. Пацаны, подключайтесь. Гуляет, гуляет, гуляет. Молодые активисты из-за движения «Трезвая Россия» таким образом проявляют свою гражданскую позицию. Ведь, как все мы знаем, алкоголь есть зло, от которого страдает все общество. Были обращения в социальной сети Инстаграм о том, что данные заведения мешают им спокойно, комфортно находиться у себя дома в течение уже долгого времени, поэтому выехали по месту, выявили факт правонарушения. Здесь имеют десятки нарушений. В данный момент первый этап у нас работы выявили факт продажи алкоголя. В дальнейшем мы будем подключать другие инстанции, чтобы данные заведения и данные магазины не мешали людям комфортно отдохнуть у себя дома. Рейды по барам Махачкалы трезвые активисты планируют проводить регулярно. А владельцам таких питейных заведений надо работать по закону или менять сферу деятельности, считают борцы за здоровый образ жизни. Камиль Девятов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.